Экологическая акция «Вода России» проходит уже несколько лет по всей стране. За это время волонтеры собрали сотни тонн мусора на берегах тысяч рек и озер. Проходит акция и в городском округе Щелково. На этот раз местом по наведению порядка был выбран берег Черного озера. Пластиковые бутылки, упаковки от чипсов, консервные банки. Весь этот мусор нужно было найти и собрать в мешки. Мероприятие состоялось в рамках инициированного Минприроды России федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, национального проекта «Экология». Принять участие в полезном деле собралось много желающих, в том числе молодежь. В данной акции принимают участие жители близлежащих населенных пунктов, а также коллеги и сотрудники управления по развитию территории Фрянова, Огню, Трубино, Гребнево, соответственно, отдел экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Щелково, Дом культуры Огуднева, образовательные учреждения деревни Огуднева, ФОК номер 2 деревни Огуднева и, соответственно, волонтеры города Щелково, навигатора. Надо, чтобы больше молодых подростков помогали природе, чтобы было чище. Но если мы не будем участвовать в таких акциях и не убираться, там, не помогать природе, то планета может загрязниться очень сильно. Это влияет на то же, где мы живем, на наш тот же воздух, чем мы дышим. Стать участником всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» может любой желающий. Для этого всего лишь нужно зарегистрироваться на сайте берегдобрыхдел.рф и прийти на уборку, оказав тем самым существенную помощь по улучшению состояния окружающей среды. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.